Здравствуйте! Вы смотрите утренний обзор рынков от Альпари. И сегодня ведущие российские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Цены на нефть незначительно снижаются, рубль ослабевает по отношению к доллару и евро. На текущий момент пара доллар-рубль торгуется в районе отметки 59 рублей. Тем не менее, мы предполагаем, что в течение дня пара продолжит свое снижение. Что же касается пары евро-рубль, то торги проходят в районе отметки 69 рублей. И из-за укрепления евро динамика рубля будет несколько ограничена. Мы предполагаем, что в течение дня пара евро-рубль может опуститься чуть ниже данной отметки. На этом все. С вами была Анна Кокарева. Смотрите утренние обзоры рынков от Альпари. И вы всегда будете в курсе новостей.